Всем привет! Меня зовут Инесса. Я сама из Казахстана, но проживаю сейчас в Тунисе со своим мужем. На днях отправились в маленький курортный городок, который называется Махдия. В Махдии вы найдете самые лучшие и красивые пляжи с красивой бирюзовой водой. Она ничем не отличается от Мальдив. В этом городе пара десятков достопримечательностей, много ресторанов, отелей, аквапарков. Словом, Махдия – идеальное место для интровертов, гурманов и семейных путешественников. В Махдии находится третий в мире по величине римский амфитеатр Эль-Джем. Вы можете перейти по ссылке ниже и посмотреть это видео уже на моем канале. Во время поездки мы прокатились по местным арабским улочкам, также посетили Медину. Но самое большее меня впечатлил ресторан, построенный на камнях. Безумно красивый вид открывается и напоминает чем-то даже Грецию. Если вы собираетесь поехать в Тунис отдыхать, я бы вам посоветовала выбирать июнь, июль или начало августа, так как мы поехали 28 августа и погода была не очень хорошая, даже мы попали под дождь. На моем канале вы уже можете увидеть очень много интересных видео про нашу жизнь в Тунисе. Если вам все это интересно, то обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддержите меня лайком, комментируйте. Всем хорошего дня и всем пока-пока! Тебе понравилось место Жасмина? Нет. Почему нет?